Большинство опрошенных пермяков к нежеланию заводить детей относятся с пониманием. Все-таки это выбор каждого, главное его осознать. Категорически не одобряют бездетность ровно треть респондентов. Они уверены, что дети, как ни крути, приносят радость жизни и наполняют ее смыслом. Абсолютное меньшинство опрошенных, 8%, взгляды child-free одобряют. Но я думаю, child-free – это выбор каждого человека. То есть, если человек не хочет, не готов иметь детей, то он имеет на это право. Считаю, что это выбор каждого человека, потому что это действительно несет за собой череду ответственностей, и лучше человек, чтобы принял решение до того, как эти ответственности придется ему нести. Крайне негативно, потому что продолжение рода – это, наверное, сущность всего человечества. То есть... Женщина рождена для того, чтобы рожать, производить потомство, чтобы дети росли, чтобы смеялись, улыбались, радовались жизни. Это продолжение жизни. Нельзя без этого. Отрицательно мы относимся, потому что дети – это наше будущее. В старости особенно это чувствуется, когда нет детей. И когда они есть, даже когда около тебя кто-то маленький, это такая энергия от ребенка переходит. И те люди, которые не имеют детей, они просто бедные. Они обедняют себя. Надо чувствовать тепло ребенка. Да, говорю, счастливые люди, которых вот, считаю, у нее уже двое этих правнуков. Внуков. Счастливая, говорю, ты. Она говорит, а ты своих-то посчитай.